Больше миллиарда тенге выплатили вкладчикам лишенного лицензии Капиталбанка. Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов. Свои сбережения уже вернули 600 клиентов финансового института, а почти 47 тысяч вкладчиков еще не обратились за деньгами. Сумма, которая им положена к выплате, больше 430 миллионов тенге. Таким образом, у этих клиентов банка есть время заявить о своих счетах до 3 июля следующего года. А после невостребованные деньги переведут в ЕНПФ на личные счета казахстанцев в качестве добровольного пенсионного взноса. Для тех вкладчиков, чьи средства на депозитах превышают гарантированную государством сумму, существует другой алгоритм. Им придется дождаться решения суда о полной ликвидации банка. В данном случае возмещение выплачиваем не мы, не фонд, а ликвидационная комиссия. После вступления в законную силу решения суда, агентство Республики Казахстан по развитию регулируемых финансовых рынков даст объявление в печатных изданиях о создании ликвидационной комиссии. Далее ликвидационная комиссия опять-таки выпустит объявление о том, что она начинает прием заявок. Соответственно, те депозиторы, у которых сумма превышает сумму гарантии, на вот эту негарантируемую часть смогут подать заявление и встать в четвертую очередь. Регулятор лишил Капиталбанк лицензии на проведение банковских и других операций 25 июня этого года. Основные причины такого решения – систематические нарушения нормативов, невыполнение мер надзорного реагирования, неспособность провести дополнительную капитализацию активов. На дату лишения лицензии активы финансового института составили 38,5 миллиардов тенге, судный портфель почти 34 миллиарда. 90% этой суммы – неработающие займы с просрочкой свыше 90 дней. Это уже второй казахстанский банк, лишенный лицензии с начала года.